При этом полицейские продолжают следить и за безопасностью юрбичан на улицах города. Очередной рейд был посвящен соблюдению правил перевозки детей в автомобилях. Массовые проверки автомобилистов прошли 11 февраля у всех детских садов Ирбита. В общей сложности сотрудниками ДПС в это утро было проверено более 100 автомобилей. Но только в 4 случаях полицейские выявили нарушения и несоблюдение родителями элементарных норм безопасности для своих детей. За данное правонарушение водители транспортных средств были привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За данное нарушение действующим законодательством предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Тем не менее, в целом результат рейда инспекторов обнадежил. Ведь соблюдение правил дорожного движения – залог сохранения здоровья для всех его участников. Уважаемые водители, просим строго соблюдать вас правила дорожного движения, всегда пристегиваться ремнями безопасности, перевозить детей в детских удерживающих устройствах.